Ульяновске продолжается очистка основных и внутриквартальных дорог, придомовых территорий и тротуаров. Все силы брошены на уборку центральных улиц, железной дивизии, Карла Маркса и проспекта Нариманова. Минувшей ночью оттуда было вывезено 208 самосвалов снега. На Карла Маркса дороги расчищены идеально, даже в закоулках не найти ни одного сугроба. Но хвалить службы за отличную уборку пока рановато. В северной части города, как оказалось, нога дворника не ступала уже давно. Во дворах на Крылюницкого тропинки и дорожки больше похожи на снежную кашу. У подъездов из сугробов виднеются машины, детские площадки утонули в снегу. Не советуем заезжать в частный сектор на Куликовке. Велика вероятность, что выехать оттуда без посторонней помощи вы не сможете. В толстом слое снега колеса машины вязнут словно в болоте. Пешком пробраться через заносы мы не рискнули. Эта зима для ульяновских коммунальщиков стала настоящей проверкой на прочность. Уборка дорог ведется в ежедневном режиме. Большая часть снега уже убрана, но впереди еще один зимний месяц. Будем надеяться, коммунальщики справятся с поставленными перед ними задачами. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.